Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 27 декабря, Православная Церковь совершает память мучеников Фирса, Левкия и Каленика. Святые мученики Фирс, Левкий и Каленик пострадали за Христа при императоре Декии в Кесарии Вифинской. Святой Левкий, укоривший правителя Кумврикия за несправедливое преследование христиан после истязаний, был усечен мечом. Святой Фирс, приговоренный к жесточайшим пыткам и истязаниям, перенес их невредимо и Божиим изволением мирно скончался. Языческий жрец Каленик, видя мужество и чудеса святого Фирса, уверовал во Христа и смело исповедовал истинную веру, за что и был усечен мечом. Победоносные мученики, добровольно претерпевшие скорби из любви к Богу и Спасителю, и имеющие дерзновением пред самим Владыкою, ходатайствуйте, о святые, за нас расслабленных и грешных, и исполненных лености, да приидет на нас благодать Христова и просветит сердца всех ленивых, чтобы возлюбить нам Господа. Вы истинно блаженны и славны, и ангелы, и человеки ублажают вас, ибо во время скорби, когда усиливались ваши страдания в мучениях, имели вы рай у себя пред очами, говоря сами в себе: пусть увеличиваются здесь телесные мучения, чтобы там, в раю, увеличились его наслаждения и покой. И когда среди истязаний восставала в вас треволненная буря, имели вы у себя пред очами Божие ублажение в твердой уверенности, что не лжив Всевышний Бог, изрекший свои обетования. Поскольку же у вас были пред очами эти будущие блага, и это удостоверяло в вас, что нескончаемо будете ими наслаждаться в радости, то не расслабевал, о святые, крепкий ваш помысл. Радость о будущем и восторге ожидания вашего соделывали вас ежечасно мужественными и доблестными, и вы никогда не насыщались своими страданиями. Враг увидел, как отважно и небоязненно вступаете вы в борьбу, вовсе не имея в сердце страха пред угрожающими истязаниями и искушениями, и изнемогла крепость лукавства его. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, священномученика Николая Ковалева, пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето.